Доброе утро, дамы и господа. Нахожусь на проекте под названием VimeWorld. Ладно, хорошо, играю я лишь четвертый день. У меня 33 555 коинов. Ладно, забили. На данный момент я хочу начать открывать сокровищницу. А ну-ка, я буду первым, понятно. Посмотрим, что она выпадет. Ну, если честно, как-то не повезло, да? Ну, мы еще можем купить, так что будем открывать все поочередно. Первый, второй, третий. И буду, короче, моменты снимать только если выпадет... Вау, маска Хихапу. Вторая маска, если что. Смотрите, какая у меня. Это типа спасатели, да? О, еще опыт выпал. О, май... Короче, покупаем и смотрим. Вы угораете? Маска Ван Панчмена выпала. Что? Выпала маска Глоссарико. Овца. Ну, короче, да. Фигня. Мне из сундука Нуба выпал сундук Нуба. Что может быть лучше? Ну, даже не знаю, что это полезно или нет. Умножитель коинов. 2х на 1 час. Я, конечно, все понимаю, но мне уже второй раз выпадает сундук Нуба. Вы угораете? Где он? Пошел вон, сейчас я буду открывать. Я скорость, я. Короче, учись открывать правильно. Опять фигня. Сейчас пошли моменты, которые я ни в коем случае не должен упустить. Открытие древнего сундука. Древнего, понимаете, это древний сундук, что? Фигня, фигня, фигня. А, нет, смотрите, опыта так нормально выпало. И теперь... Настало время супер-пупер сундука. Ну-ка. Ой. Я чуть ли его не купил, да? Фух. Ну я... Ну, смотрите, смотрите. Вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Что за хрень выпала, честное слово? Опять буду проверять свою удачу. 15 сундуков, один сундук и один сундук. Попробуем еще раз. Надеюсь, что-то выпадет нормально, а то кроме масок ничего не выпадает. А получить 5 масок. Маска Пинки. Ой, блин. Лучше бы мне маску какашки дали, честное слово. Это фигню какую-то выдают. Ну-ка, раз, два, три. Опять фигня. Я вас поздравляю, опять выпала маска Скелетон Кинг. Типа скелет король, да? В Угороде я себе так всю коллекцию их набью. Я этого не понимаю, но я получил предмет под названием Вантус. Сундук Нуба игроку Нарасин выпал моделька Вантус. Это, видимо, все прочитали, но что это такое? Ладно, мы это посмотрим потом. Ага, стоило мне только остановить запись, как выпала маска Кристал Мейден. Опять маска, да? Ну, зато сундуков стало намного больше, потому что и сундук Нуба выпал. Теперь моменты, которые я не буду просто так выключать. Все, понял, да? Мне еще один сундук открывать. Пошел он отсюда. Так. Ага, смотрите, а бонус это получше, хотя 6. Я может там сундуков 6 открыть. Открываем последний сундучок. Извини, чувак, просто извини. Ладно, открываем. Раз, два, три. Опять хрень. Да вы угораете. Зачем мне? Не можно их продать, пожалуйста? Я нашел, что это. Вот он. Смотрите, она живая. Я понял. Ну это такая хрень. Я, пожалуй, просто буду ходить в маске Ван Панчмена. Ты такой, чё? Ты чё? А может, ты чё? Кстати, он все-таки пошел открывать. Вот такой короткий видос, я знаю, что это не Майнкрафт, это не лаунчер, как вы ожидали, но я должен был это записать для себя, именно для себя, чтобы сделать такой специальный видосик, да. Так что всем спасибо за просмотр, с вами был Растин, с вами был Ван Панчмен, с вами был прекрасный проект под названием VimeWorld, на моем канале еще нет DCK, и они не будут меня перерять. Так что всем спасибо и всем пока.